В 2020 году в Одинцовском округе было зафиксировано 79 случаев пала сухой травы и 6 лесных пожаров. Сумма ущерба от этих возгораний превысила 8 миллионов рублей. В нынешнем сезоне подобных чрезвычайных ситуаций пока не было. Однако отдел надзорной деятельности просит сохранять осторожность. Из-за теплой и ветреной погоды огонь может распространяться на большие территории. Особенно опасным для людей и природы является весенний пал травы.